Документы и факты за 30 сентября. Это московское издание, которое вышло на всю страну. Мне уже звонили из Владивостока, Перми, Уфы, Челябинска. Поэтому сейчас этот номер аргументов и фактов вы можете еще приобрести в киосках или где-нибудь в метро. Я здесь впервые рассказал об уникальных фактах, которые были строго засекречены. Как вы знаете, для каждого из нас имя Есенина было в нашей жизни по-разному, с разного для каждого отсчета, с этой точки, с которой мы вдруг увидели вот этого языкотворца, носителя русского языка и носителя той образности, где сочетались и старообрядческие мотивы, и глубочайшее знание природы, и то чувство, которое, конечно, дается только Богом, замечательному таланту, каким был Есенин. У меня первое мое впечатление от стихов Есенина, не удивляйтесь, было впечатление от его автографов. Почему? Эти стихи, которые Есенин дарил моему отцу, сохранялись в нашей семье. Так же, как фотографии, например, фотография оригинал Есенина и Клычкова хранилась в нашей семье. И вот, читая эти автографы, а автографы у меня снова пьют, здесь дерутся и плачут. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Вот эти автографы. Я вглядывался в них, пытался в этой энергии почувствовать то, что было в душе у самого поэта. То, что он хотел и должен был выразить. Слово «Бог» и «благодать» там с большой буквы. Что касается записи Есенина на восковых валиках, я их переписывал у Сергея Игнатьевича Бернштейна в Москве. То, что мы сейчас слышали, это одна из этих записей. Когда я был в политлагере, у меня был срок 10 лет, мне в Мордовии передал отец пластинку с записями голоса Есенина. И вот однажды она зазвучала, эта пластинка, когда мы отмечали день рождения Гумилева. И это было потрясающее совпадение. То есть двух поэтов свела эта эпоха в лагерном зале. А песню «Антоновская» тамбовских повстанцев мне отец, который хорошо владел гитарой, впервые исполнил только в 54 году. Тогда все молчали. Это сейчас гласность, свобода слова. Все молчали. И эту песню я потом оставил в лагерях. А потом, когда мы делали фильм с Виктором Сергеевичем Правдюком о гостинице «Англитер», он туда поставил исполнение мною этой песни. Откуда мой отец знал эту песню? Они встречались с Есениным у Клюева, и Клюев напел этот напев Брауну. Вот так. Так что через всю мою жизнь, конечно, прошло имя Есенина, его неповторимый дар, его связь с тем сокровенным, коренным, без чего русского поэта нет. А у него было его главное чувство Родины, чувство малой Родины, конечно, и чувство той России, которую он понял только по контрасту, побывав в Америке, в Европе, он тогда понял величие России и стал ее воспевать с новой силой. Ну, конечно, Есенина в нашей семье пели. Конечно, у меня целый ряд песен на стихи Есенина, но я сейчас закончу стихотворением, которое так и называется. «В семье моей пели Есенина». «В семье моей пели Есенина, на сложенной жизнью мотив. Свела там черемуха, вспенена, плыл месяц, над купами ив, там сыпала звонко тальянка, клен сторож в снегу застревал,
Там тройка летела с гулянки сквозь плач и кабацкий скандал. Отец мой гитару настроя звал мать, струны тронув едва. И так на три голоса трое мы пели, все помня слова. Еще заглушал эти песни казнящего страха запрет, но тем был смелей и чудесней напев моих лагерных лет, когда возле псов, автоматов, по тюрьмам все вдаль, на восток, я пел даже тем, кто когда-то тянул за Есенина срок. Питались легендами все мы, той славы с ума нелегка. Ему вслед стихи и поэмы написаны кровью ЗК. Напевны лады их, чуть троньте, всяк слух их напевностью пьян. Отца брат, погибший на фронте, Есенина пел под баян. Напев этот жив, не иначе, а там, в эмигрантском краю, поют, пьют, дерутся и плачут, и Русь вспоминают свою. Как ветер, безвестное пение взлетает над золотом нив. Петь будет Россия Есенина на сложенный ею мотив. Николай Николаевич Браун. Знаете, кто, почему гроба Есенина нет в могиле?